Гимназия – пространство уникальных возможностей. Сегодня Муромская 6-я отметила свой день, приняв в свои ряды первоклассников. За учением с увлечением наблюдала наша Елена Петрова. Самое неординарное событие в учебном году, когда день гимназии отмечает вся школа, начался с открытия музея. Темой экспозиции, конечно же, стало создание и становление 6-й гимназии. Экскурсоводами были и ее ученики. 1 сентября 2015 года по инициативе Ирины Игоревны Раевской, при участии Евгения Евгеньевича Рычкова и непосредственном участии Ольги Владимировны Кондратьевой школе был присужден статус гимназии. Наша гимназия входит в топ-500 лучших школ Российской Федерации и в топ-10 лучших школ региона по результатам единого государственного экзамена. Целая вереница увлекательных и познавательных мероприятий была рассчитана на весь учебный день и до позднего вечера. Все ученики гимназии будут принимать участие в различного рода мероприятиях. Это и квест-игры, это и клубы путешественников, это и научно-практические конференции, это интерактивные перемены. Сегодня вечером у нас бал гимназистов. Наши старшеклассники 9, 10, 11 классов готовят программы, где они будут и поражать нас танцевальным искусством, и ораторским искусством. Мы будем читать стихи. На каждой перемене ребят встречали сказочные персонажи. Я на свете всех милее, всех румяней и белее. Любимые с детства истории о добре и зле оживали сразу после занятий. В этом году отмечается как уже 220 лет со дня рождения Пушкина. Мы очень любим его сказки и поэтому хотим представить для вас живые картины по его сказкам. Ученики старших классов посвящали малышей в увлекательный мир своего творчества. Я закончила художественную школу в 2019 году и сегодня решила представить несколько из своих работ на выставке в школе. Было приятно, когда дети задавали вопросы, делали комплименты насчет моих картин, говорили, что у меня красивые оттенки на работах, красивая композиция. Дети детям. Мир современных технологий в 3D-моделировании стал ближе и понятнее ученикам начальной школы, когда о нем рассказал шестиклассник Миша Борисов. Я начал этим заниматься 2 года назад. Мне это понравилось, когда я был в музее на мастер-классе, и я решил продолжить эту тему. Мне понравилось накладывать слой за слоем вот эту постепенность аддитивной технологии. Хочу освоить компьютерные программы уже, чтобы более как-то продвигаться в тему информатики. И, конечно же, одним из самых важных событий этого яркого, насыщенного детскими эмоциями дня стало посвящение в гимназисты. Порядка 100 первоклашек сегодня смогли с гордостью заявить о себе как о полноправных членах одной большой, дружной, талантливой гимназической семьи. Мне нравится наша гимназия, потому что нам дают много знаний. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Муром.